Кстати, во всем же завтра дыра. Пойдешь? Да нет, наверное, братан. Ты знаешь, батя лишний раз не отпускает, да и денег нет. Да ладно, завязывай. Твой батя меня знает, со мной скорее всего отпустит. А насчет денег не парься, я за тебя закину. Че, Ахшанта с парома? Как сказать? А Машка нынче при бабках. Че, опять начал? И опять основа. Успокойся. Да и вообще это что-то новое. Смысл остался тем, что просто товар изменился. Да и тебе советую начать, чтобы потом у отца деньги привлечь. Ну чё, сколько поднял? Ну, как видишь, на хлеб с маслом хватает. Блин, братан, это же опасно. Чё не опасно, вот месяц хожу и нормально живой купить. Давай. Все, давай, бегите, я хочу. Иду! А папа где? Походу опять задерживается. У него же выходной сегодня. Че без него, стройка остановится? Оскар, вот за тяжелую работу пойми уже. Да понимаю я это. То, что ему за такую работу гроши платят, я не понимаю. Все, ладно, молчи, кушай. Я на работу. Алло. А я. Ты где? На работе. Где именно? Ну, пятые микроши. Короче, сваливай быстрее. Ладно. Да, брачки. Эй!